Привет, дорогие друзья, я на Кристале, и мы продолжаем фаниться на этом аккаунте. Под прошлым роликом собралось практически 4000 лайков, что я, собственно, и просил. Я играл с максимальной колодой, точнее, с максимальной прокачкой, колода с максимальной прокачкой. И я попросил 4000 лайков взамен на то, что я сыграю колодой со всеми рарками 11 уровня, то есть максимальной. То есть фанатаку сделаю, там практически набралось 4000 лайков, я вам безумно благодарен, засчитывается это все. Спасибо, кто там поставил лайк. На этом ролике тоже, если наберется 4000 лайков, и в комментариях уже по вашим комментам, по вашим просьбам, что попросите на этом аккаунте отснять, и я обязательно отсниму. Подписывайся обязательно и ставь лайки. Ну что, я составил деку, вот она выглядит следующим образом, и вы знаете, у меня выбор был невеликий, реально. И не то что составлял, я просто взял все рарки, которые уже прокачаны до 11. Так-то у меня все рарки доступны до 11, но не хватает золота. Вот по запросу можно определить, да, что я не могу запросить ни одну карту, потому что все уже по максимуму. Но прокачаны конкретно вот эти карты и еще одна три мушкетера. Ну, три мушкетера я не стал сюда брать, потому что, ну, я взял ледяного голема вместо трех мушкетеров. Не знаю, потому что, ну, дефа очень мало на самом деле. Мегамуха плюс надгробие, это все, если я возьму еще трех мушкетеров. Ну, допустим, вместо мушкетера, да? Ну, слишком будет дорого и... Нету сборщика, в общем, ну трудно будет, реально, три мушкетера тут лишние, на мое мнение, не знаю, возможно я не прав, возможно вместо Хога надо было, вместо гиганта трех мушкетеров, я не знаю. Я взял именно эту колоду, я чисто по фану, ребята, напоминаю, это фан выпуск, это фан ролик, поэтому никакой цели не преследую составить топ колоду, либо показать крутую атаку, всего лишь по фану, мне интересно с максимальной прокачкой, ну она ж сильная будет дека, ну рарки 11-го, ну я хочу попробовать, что получится на таких кубках, ну сейчас начало сезона. В принципе, тут будут подбираться тоже прокачанные игроки. Вот, и ребята меня все спамят в личку, все задают вопросом, когда ты этот аккаунт разыграешь и за сколько ты его продаешь. Просто личка разрывается. Я отвечу в этом ролике. Ребята, продаю его реально задорого, поэтому нету такой суммы у большинства людей. Есть желающие, но нету возможности, я уже говорил и еще раз повторяюсь. Поэтому продать я вряд ли его смогу, ну, если вот только сегодня его последние деньги купят. Вот, разыграю его реально либо сегодня, что маловероятно. Но, скорее всего, завтра. Это будет 16 августа, приблизительно 18-17.00 по МСК на своем стриме. Разыграю среди донатеров. Чтобы не пропустить этот стрим, вы подпишитесь и нажмите на колокольчик. И этот аккаунт, ну, я уверен на больше, чем 100%, что он уйдет дешевле, чем официальная цена от этого аккаунта. То есть, кто готов был купить, приходите. Возможно, у вас есть шанс забрать его. Посмотрите, какие будут донаты. Возможно, вы его заберете. Прокачан он, ребят, практически по фулу. Я уже 100 раз показывал прокачку. Если надо будет, ну я на стриме еще буду на нем играть, то есть все продемонстрирую. Что касается контента на этом аккаунте, то посмотрим, кто будет победитель. Я спрошу, возможно, мне разрешит периодически заходить какие-то атаки, какие-то колоды записывать, ну не знаю. Если не разрешит, ну значит не судьба, будут записывать на холдике. Ну а если договорюсь, то я буду доступ иметь к аккаунту и когда-нибудь записывать на нем какие-то атаки и какой-нибудь интересный контент. Он доступен как и на iOS, так и на Android, в общем, приходите. А я предлагаю перейти к делу и пофаниться декой с максимальной прокачкой 11 рарок. То есть с максимальной прокачкой карт редких. Поехали. Поехали в бой. Посмотрим, что с этого получится. Дека, ну, странная, но все равно в то же время играбельная. Чем она... Ну, она не странная, она немножко... Ну, плохо комбинируется. Да, Хог, Гигант играют такими деками, но нету спыла такого, как Зап, Бревно, Стрелы. Этого не хватает, ребята, серьезно. И сплэш-юнитов практически тут нету. Ну, только Фаербол спасает, нужно с Фаерболом как-то пытаться. Ну, это фан, ребят, не более, поэтому что будет, то будет. Одну тычку Хог сделал, хорошо. Я думаю, мини-пеку мы остановим надгробием, но все равно 10 эликсира придется еще выбрасывать ледяного голема. Так, он ставит голема, давайте сразу же пойдем по правой стороне. Посмотрим, что получится. Мегамуха плюс гигант. Готовлю фаер. Что там будет, я не знаю. В любом случае, мы забираем ведьму. Забираем ее, да. Тут мы ставим надгробие. Так, я не буду бросать фаер, я просто законтрю, задефаю гигант, голема. Дефаем голема, тут мы отвлекаем ледяным големом его дракончика. Кстати, 7 эпики, неплохо прокачан парень. Так, но у меня 11 рарки, это сильнее 7 эпиков. Так,
Отлично, сейчас взорвет. А, нет, он же не убивает 12-х гоблинов. Но все равно, смотрите, сколько тычек делает, наносит Хок. Плюс давайте фаер на сборщик. И мы тем временем уже ему нанесли урон по правой вышке и по левой. Я уже знаю его колоду, это ночная ведьма плюс голем, там мегамуха, маленький дракончик, молния, скорее всего. Как только он поставит голема, я сразу же выброшу гиганта. Сразу же выброшу гиганта плюс мегамуху. Кстати, я удивлен, что он его выбросил справа на самом деле. А, и мини-пека, да, сейчас очень популярна мини-пека. Так, ну что, ставим сейчас надгробие. Забираем вышку слева, ставим вот здесь надгробие. Тут у нас пойдет... Не, мушкетера пока не буду. Сделаю вот так, вот так. Так, ну, сейчас тут надо фаер срочно. Блин, немножко мимо фаер, мимо выбросил. Так, ну, ледяным големом, смотрите, как я красиво отвел мега... Хотел сказать мега-муху. Блин, заговариваюсь уже. Дракончика и ночную ведьму. Так, вроде бы получается сейчас. Нужно снова... Блин, ледяного голема сейчас кинул криво. Давайте, ну, тараном будем отвлекать. Будем отвлекать тараном. Вот так выбрасываем тарана. Мини-пека пойдет именно за ним. А, блин, ну снова криво выбросил. Хотел так, чтобы налево пошел мини-пека и таран. Ну, как было это с ледяным големом. Ну, немножко криво. Ну, тут мы фаер кинем, естественно. Бросаем фаер. Тут у нас пойдет ледяной голем. Остается 8 секунд. Давайте добьем его вышку. Если получится. Не, не успею, скорее всего. Или успею. Нет, хотя почти, миллисекунды не хватило. Но не суть, даже если он снес бы мою вышку, я бы все равно победил. Слушайте, первая катка против неплохой колоды. Впрочем, не какая-то там рандомная дека. Неплохой игрок был и неплохая дека. Я со своей фан-колодой справился. Повторюсь, это фан, естественно, у меня дека сильная, очень. Потому что 11-я рарки, это ну прям, ну мега-мега круто. Серьезно, ну... Колода у меня все равно странная. Нету запа, нету бревна. Вот против спеллбейта я не знаю, как выигрывать. Ну, смотрите, гоблинская бочка, банда гоблинов, армия скелетов, орда миньонов. У меня только один фаербол. Как мне это все контрить? Вот против этой колоды я, естественно, проиграю. Тут вообще даже, я думаю, у меня и шансов нету выиграть. Но я выброшу гиганта, он там армия скелетов. Че я? У меня сплэша нету, я никак не задефаю армию скелетов. Поэтому, если такой попадется противник, то тут без шансов, ребята. Королевский гигант. Ну, с королевским гигантом еще можно поиграть. Я предлагаю своего гиганта справа кинуть. И предлагаю мегамуху. Я надеюсь, не будет... Ага, элитки. Надеюсь, не будет никакого там мусора, чтобы... Ну, вот элитки нормально. Лишь бы это не армия скелетов была. Так, давайте здесь мушкетера. Дефаем бревно кривое. Кривое бревно. Так, тут ледяной голем. Успею? Успел. Отлично. Так, ну, пару тычек нанес Коргик. Давайте теперь заходить с Хогом слева. Мушкетер плюс Хог. Противостоит нам гоблинами. То есть выбрасывает он гоблинов. А вот сейчас, не знаю, давайте тараном дефать. Это смешно. Ну, придется, мне просто нечем отвлекать. Дефы таранами, вы знаете, достаточно успешно. Я отвлек юнитов и нанес урон. Неплохой. Так, тут будем надгробием дефать. И мегамухой. Потому что элиток одним надгробием не остановить. Так. Сейчас не знаю. Голема... Не, ледяного голема не буду подбрасывать. Ему сейчас мегамуху желательно контрить. Это ледяные духи. Слушайте, а комбинация с Коргигом вообще предсказуема. То есть одно и то же. Элитные варвары, огненные духи. С чем еще комбинация идет? Коргик плюс 3 миньона, да? В основном такие комбинации идут. То есть, ну, очень предсказуемые игроки. Так. Ну, смотрите, у меня сейчас нету карт, которые я могу еще подкинуть... Ну, давайте гигантам. Гигантам. Блин. Одна мушка сагрилась. Фух, успел. Так, а что сейчас выбросить? Ну, давайте готовим фаер. Банда гоблинов будет. Давай, я возле вышки, пожалуйста, выброси. Ах. Ну, элитки тоже не... Элитки тоже пойдет. Под фаер попадают они. Отлично. Дефаем. Так, и сейчас... Сейчас очень трудно будет... А, нет, почему трудно? Смотрите. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем вот так, плюс хок. И у меня снова есть фаер. Блин, ледяной голем, конечно, позади идет. Фаерболом накрываю, тычку, вторую. Отлично. Тут мы ставим надгробие. Но у меня тоже 1000 хп остается, ребят. Это немного. Это очень мало. Против Коргига. Тут у нас мушкетер. Наверное, у него есть фаербол, скорее всего. Тут ледяной голем. Так, отлично.
А нет, это молния. Давайте подкидываем Хога. Ой, очень больно сейчас будет Хогу, очень больно. Ну хотя бы тычку. Блин, ребята, очень плохо, очень все плохо. Давайте тут вот так. Хоть бы он выбросил Коргига, хоть бы он выбросил Коргига. Отлично, это Коргиг. Надеюсь, успею, надеюсь, успею. Таран, давай, надеюсь на тебя. Блин, не, не успел. Да давай, ну... Ай, блин, ну чуть-чуть не успел, ну блин. Ну было интересно играть, все равно, ребят, я хоть и проиграл, но было интересно, игрок ни о чем, игрок слабый, Коргиг плюс элитки, там, блин, ну... Шаблонная дека, дефолт, ну это все по дефолту, то есть он берет все сам... Ну, только молния, не знаю, по-моему, фаеры сюда брали. А так, очень предсказуемый игрок. Ну, блин, было бы бревно, ребят. Банда гоблина мне бы не мешала, серьезно. Он просто как-то... ну, не знаю, ладно, не буду оправдываться. Как говорит, плохому танцору вечно что-то мешает, так как и мне. Ищу причины в проигрыше, ну, виноваты все, но только не я. Давайте сделаем вот так, плюс фаер. Не знаю. Вот снова банда гоблинов. Было бы бревно, вот бревнишка не хватает, но у меня цель сегодня чисто рарками сыграть, поэтому никакого бревна, никаких легендарок, никаких комонок в деке не будет. Чисто рарками, это фан-атака и не более. Ребят, ну тут гадалки не ходи, это голем, то есть я думаю уже всем понятно. Голем, три мушкетера, скорее всего, либо ночная ведьма, я хз, что тут? Ну, тут, думаю, все очевидно. Ну, если... Да, вот голем. Давайте сразу выбрасывать гиганта. И готовим мегамуху. Готовим мегамуху. И готовим фаер. Если три мушкетера будут 10 уровня, это просто... Это будет бомба. Но мне кажется, что это не три мушкетера. Мне кажется, что это ночная ведьма, скорее всего. Ставим надгробие. Мы уже задефали одну сторону. Так, сейчас надо как-то так мушкетера выбросить, чтобы мегамуху уничтожить. Так, хорошо. Тут, блин, почти мегамуху бьют. Ну, вот так всегда. Так, ладно. Тут нам надо кинуть фаербол. Фаербол бросаем. Бросаем фаербол и всех забираем. Отлично. И мы вышку забрали справа. Не знаю как. Я просто туда не смотрел и не знаю, чем я там... А, гигант плюс мегамуха. По-моему, он дракончика выбросил и все. Ну, то есть логично. Так, он ставит сразу же сборщик. Мы сразу же пойдем, значит, в атаку. У меня фаера нету, я потратил его, к сожалению. Так, давайте контрить мегамухой. Контрим мегамухой. И сейчас сразу пойдет гигант. Сейчас сразу пойдет гигант. Вот здесь гигант, ставим его. Так, надеюсь, он... Отлично. Так, ну... Блин, хотел сказать, моя мегамуха девятую уничтожит, но... Он бандой отвлек. Но ничего страшного, ничего страшного. Мы задефали его основные карты, которые могли идти в поддержку голему. То есть мегамуху, банду гоблинов. Остался маленький дракончик, но мы его будем отвлекать постоянно вот так вот ледяным големом. Смотрите. Вот так. Раз, и ледяной голем пошел. Так. Надеюсь, сагрил я. Не, не сагрил. Значит, вот так отвлекаем. Тут у нас так пойдет, тут у нас так. Хорошо. Слушайте, а неплохо получается. Мне нравится. Давайте тут ледяного голема. Отлично. Все замечательно. Пока все замечательно. Вы видите, как я маленького дракончика отвлек? Так, тут у нас пойдет гигант. И пойдет таран. Все. Слушайте, а изи? Такую деку изи контрить. Реально прикольно отвлекать ледяным големом, тараном. Ну, таких юнитов, как в данном случае дровосеки, маленький дракончик. Так, а сколько я атак уже сыграл? Это, походу, уже третья. Да, у меня было две победы и одно поражение. И практически все эти ткатки были против, ну, таких жирных юнитов, как Голем, Коргик. Против Хога я так и не сыграл. Ну что, на этом буду завершать. Две победы, одно поражение. Думаю, нормальная, нормальная статистика. Хоть и играл с фуловой прокачкой, ну, колода, серьезно. Но чуть-чуть не хватает спала. Впрочем, она крутая. Пишите в комментариях, какие еще хотите колоды. Я обязательно отсниму на этом аккаунте еще разные фанатаки, либо полезны какие-то деки, на каких аренах. Ну, в общем, пишите, предлагайте. 4000 лайков набираем, следующий выпуск сразу же выходит по вашим просьбам. Подписываемся на канал, ребят, включайте колокольчик. И желаю вам удачи, спасибо за просмотр. До скорых встреч и всем, ребята, пока.